Ну, в общем, будем начинать наш розыгрыш. Всех с Новым годом, друзья, и легкого вам похмела. Так. Так, начнем мы, наверное, с шестого победителя. Вот, чтоб там было интереснее. Так, по призам у нас шестой победитель получает доктор Про, и пятый доктор Про, третий, четвертый по скидке 50%, и первый, второй номиналы на 5 и 3 тысячи рублей. Итак, первый. Лия Колосова у нас получает доктор Про. Так, сейчас, минуточку. Место. Так, следующий победитель у нас Рома Костенко. Извиняюсь, если кого-то называю неправильную фамилию. Тоже у нас получает доктор Про. Так, дальше у нас скидка 50%. Ой, извиняюсь. Так, скидку 50% у нас получает Екатерина Калюжная. Так. Так. Еще одну скидочку у нас получает Ведемира Славянская. Нет, не получает. Тогда получает Наташа Ананченко. Так. Так, у нас подходит дело к концу. Более интересные призы. Именно сейчас будет разыгрываться сертификат номиналов 3000. На 3000 у меня можно сделать достаточно неплохую работу. Вот. И победитель у нас барабанная дробь Ангелина Кощаева. Так. Ну, придется тебе ехать с Дивного в гости к нам в Ставрополь. Вот. И наконец-таки первое место. Немножко потянул резину. Вот.
У меня там в группе были такие комментарии, типа, я ж... нечестно что-то делаю. Вот, но я как бы всегда снимаю такие видосики, чтобы люди знали, видели. Поэтому у меня все честно. Ну, в любом случае, я никого не заставляю участвовать в розыгрыше. Так, ну ладно. Разыграем последнего победителя. Это у нас номинал в 5000 рублей. И победителем у нас становится Татьяна Якимова. Ну, Таня мой хороший друг, и я и так сделаю татуировку бесплатно, поэтому мы выбираем еще одного победителя. Лев Мартиненко. Мартинюк, извиняюсь. Лев Мартынюк у нас получает сертификат номиналом 5000 рублей. Вот. Забрать свои подарки вы можете в любой день, предварительно предупредив меня о визите. Вот. Ну, в общем, собственно, все. Всех хороших праздников.